Я лично ездил с человеком, который передавал это все. А я говорю, ну куда, кому это? Она мне говорит, Ефремов. То есть он четко, вот что я рассказывал, вот эту версию, четко все совпадает. Через Ефремов. А потом нас же слил, как паршивых котов. На нас и заработал же свои миллионы или миллиарды. И нас же и сбросил, как мусор. И вы это прекрасно понимали, эту ситуацию в Украине. Получается, они нас тоже предали. Сначала эти олигархи наши, потом сами украинцы предали. Ну, одни разговоры тогда уже чего стоили, что и Донбасс, и короче, проволокой обнести. Да. И выселить, и расстрелять. И как они, я не знаю, Ефремова в живых оставили. Он же 4 года просидел в Сарабельской тюрьме. Ну, конечно, издевались над ним там капитаны. Ну, может, как-то там, это все-таки тюрьма, понимали, что дышло может повернуться в любой момент. И, может, к Ефремову там и снисходительно как-то относились. Не знаю. Не, ну, в тюрьме что сидят и что работают, тоже же люди. И разные люди. Но если воры порядочные, а есть и менты, подонки. Блин. Да, я следил за этой темой. Ну, как следил? Через интернет. Я помню, какие у него там на суде кто-то из корреспондентов сфоткал, у него от наручников тут такие, это значит, где-то держат и ночами, может, ну... Там достаточно пару часов передавить. Да, или, может, не спал. А у него схватило на одном очередном судебном заседании, сердце схватили, а и судьи, никто ничего успеет дослушать этот приговор. Ну, ему что там... А если бы крякнул там... Да, им плевать. Там, это понятно. Мне, я не знаю, может, вот это Елена Бондаренко, потом Елена Лукаш, две ленки, которые в Киеве. Что ты едешь, не едешь, прикрываешь меня. И потом этот Мураев. Там такие адекватные люди остались. Мураев еще там, ну, в общем, много таких адекватных. Зато сейчас Данилов вылез на экраны, блин. Да, ты тварь конченая. Я с ним лично знаком был, блин. Да и я с ним знаком был, блин. Все в белом пиджачке, белый джип, блин. Белые туфельки, блин. Такое, блин. Это сейчас начинаешь понимать, что какое фуфло было. Я тогда с ними одновременно познакомился, с Доброславом, и с ним, вот вдвоем же они там сидели. В офисе или там. По какому вопросу, блин. К чему говорю, что вот эти Лукаши, там, Мураевы. Мне кажется, что с ними уже расправились.